Всем привет, с вами Ниагара. Мы продолжаем проходить Лего Гарри Поттер. Четвертый год обучения. И собирается известный турнир Кубок Огня. Участники. Новый учитель по защите сил зла. Что случилось, мистер Филч? Гермиона такая, пум, яблоко выпало из рук. Девочки. Хагрид такой, о, большая женщина, круто. Каждый себе заприметил. Возрастной круг. Не каждый может участвовать. Так, давайте-ка думать. Ну что, Ник? Вот они все здесь разгуливают. Ну как бы по три получилось. Участника прибыло. На самом деле их было больше. Я аж не помню там в количестве. Ну, допустим, в каждой группе по 10 человек. Так, сюда. Везде они нам теперь встречаются. Так, ага, вижу. Вижу. Ну, они придумали зелье старения. Как бы нам нужно изготовить, да, его? Ладно, сейчас замутим. Так, а как нам вот это забрать? Так. И подниматься только не намного. Ой. Так, еще в аквариуме есть у нас. Подождите-ка. Включи-то нормальные заклинания. Что такое? Не могу достать. Ладно. Надо подумать, как вытащить их на... Ну, такую на поверхность. Так, штука. Рожки. Открыли нам дверку. Где ты, Гермионочка? Наша красавица, это задание для тебя. Так. Что мы получим? Получили кучу чего-то. Что это такое за агрегат? У нас тут появился целая лаборатория. Так. Что-то такое голубое. Так, желтое. Ну, типа, смешиваем, я не знаю, правда, зеленое дальше. И? Не получилось. А, нет, приготовили, видите, галочка стоит зеленая, приготовили. Теперь синяя. Так. Красненькая. Вот, сиреневая у нас есть. И теперь оранжевая. Это мне нужно красный взять. Так. Красный цвет и желтенький нальем. Должно все получиться. Нет. Нет. Вот. Иногда он целится совершенно не то, куда надо. Так, ну все. Мы молодцы. Только что мы от этого получили змею. Класс. Я уж думала, мы зря так долго мучались. Кидай ее.
Так, то, что там у рыбок, это я видела. А вот здесь у нас еще что? Тут для коростера задание. Здесь у нас должна бежать коросточка сейчас. Так, 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 так. А, еще смотрите-ка, где Гермиона. Еще шкаф. Так, сейчас сделаем. Легче и придумать мне ничего невозможно. Что? И все? А-а-а, обидно. Так, Гарри. Гарри, Гарри, как нам вот это-то сделать, ты мне скажи? Как-то же надо быстро достать. Они его просто поднимают и все. Ладно, подожди, это что? А, может быть, я вот так смогу достать? Эй! Хватай! Нет. Ну ладно, тогда Рон. Где у нас короста? Подожди-ка. А где короста? У меня еще нет короста. А она же мне здесь нужна. Может быть, котик у нас может пробежать? Давай попробуем. Мяу. Ты сможешь туда пролезть? Мяука. Тихо. Меняшка. Это что? Вау! Нет, не выпадывай. Так, а кто там у нас? А я не могу пройти здесь. Ага, я не могу пройти. Интересная ерунда. И что мне с этим делать? Там закрыто. Мяу-мяу. Мяу-то мяу, Гарри. Ну там проблема какая-то. Так, ну я не знаю. Давайте думать. Давайте думать, давайте решать. Что с этим делать? О! Это что? Подождите-ка. Может быть, это мне поможет накачать воду, да, поставить вот туда. Да я вижу, я почему-то пройти не могу. Так. Теперь один встает сюда, а второй накачивает. Так, ты тоже давай вставай. Рон, давай. Так. Еще. Еще немного давай. И... Да. Класс. Привет, дорогая. Как долго мы тебя доставали, водоросли ты наша. Готово. Остается нам разобраться с этой вот головоломкой. Почему он туда не может пройти? Здесь закрыто. Какая-то фигня. Я же вижу, что там... Ага. Понятно. Так. Птичка, лети. Ой, нет, Гарика, дайте. Так. Ой, что-то у нас произошло с птичкой. Ага, ну все, они занялись ножками птичкиными. А мы тем самым можем достать банан. Банан, доставайся. Он что, к настырно обратно в аквариум пытался вернуться. Ну что, зелье старения. Теперь мы можем обмануть кубок. Принять участие в этом смертельно опасном испытании. Дедушки такие. Ну вот, сработало. Видите, они очень довольны. Но все равно их, по-моему, как-то там раскусят, они не будут принимать участие. Так, подожди, нам не сюда. Везде кипят сейчас эти котлы, в которых мы намутили разные зелья. Почему-то Гарри без Ника не мог зайти в двери. Обычно это когда без проблем получается. Ну вот, торжественный выбор. Ага.
Не получилось. Да, такой. Флёр, по-моему, да, куры её зовут. Седрик, Дигори. Первого не помню, как зовут. Которая тот чемпион Квиддича. Гарика. Он как бы и не хотел участвовать. Ты иди сюда. Дамблдор рассердился, что они каким-то образом обманули кубок. Так, да, неприятно. Из-за этого другие ученики будут обижаться на Гарри, типа, как так? Это же такая привилегия участвовать. Как ты замутил это все? Сейчас куда мы идем? Ой, да иди ты нафиг. По идее, мы должны получить первые подсказки к тому, какое будет у нас испытание. Дождь, блин, пошел. Что за непогода? Бэ, Малфой. Как обычно. Виадук. Так, я впереди планеты всей несусь. Так, несемся. Ага, нам к Хагриду. Сократим тут немножечко. Пока, такие. У Хагрида романтическое настроение. Увидел большую женщину. Да, мы сейчас должны видеть драконов. Глаз задергался. Испугался? Вот так вот, Гарри. Нам еще предстоит от него гонять, наверное, на этой... на метле. Слушайте, а почему Хагрид с арбалетом? Офигеть. Ой, он, наверное, сейчас огнем как пульнет. Осторожно. Так. Ха. Да блин, где моё заклинание? Так. Куда это надо девать? Куда? Куда? Наверх. Ага. Есть. Что нам это дает? Теперь зеленый. Это так понимаю, правильно? Так, слушай, тут не плюйся. Ой, не надо. Ну что? Шибануть его как-нибудь. Хагрид, сделай что-нибудь с этим. Что делать-то? А, это можно разбивать. Так. Блин, я в него-то попасть не могу. Он нам не дает пройти. Ё-моё. Будем делать так. А может быть собака там может пройти? Как вариант. Ага, ну, оказывается, сюда можем зайти. Ладненько. А нам, знаете, что надо замутить? Нам надо дальше протащить его. Гениально. Так, теперь оно пройдет к нему. Яйцо это что? Держи. Вон, детеныш у тебя там сзади. Отвлекающий маневр. Класс. А я думала, тут какая-то такая другая головоломка. Ну ничего. Пошли. Ой, я хочу Гариком играть. Как-то более привычно, чем Хагридом. Так. Ну, эти тоже можно пошивать, а они не сшибаются. А, вредные злобные пиксики.
Так, отдайте мне. Это, по-моему, пока штуковина для зелья силы, нет? Да. Только Хагрид может ее потянуть и без всякого зелья. Он же у нас сильный. Давай. Ура! Это что такое? Ага, с периодичностью, видимо, с какой-то будет. Да, загораться. А, теперь дальше. Там внутри, видимо, сидит дракон, он там злобствует. Ничего, ничего. Так, подожди, Люмус. Уходите отсюда. Это что? Что-то мы такое тут можем собрать. Это грибочек, наверное. Наверх запрыгивать. Ага. Классно. Там на самом деле никакого приключения у них не было. Они пришли. Гарри увидел, что это драконы. И решил по доброте душевной предупредить Седрика. Что у нас там ожидают дракончики. Будь готов. Блин, я что упала? Сейчас. Сейчас, один момент. Сейчас мы это все замутим. Опустить надо мост. Так, Хагрид. Дело ваших рук. Ой, пёска так высоко прыгает. Классно. Нет, подожди, дайте-ка Гарри ко мне. Так, мы должны сейчас опять что-то сделать с этим драконом. А что это такое? Он так тусуется, непонятно. А, он меломан. Все. Сейчас мы тебя сыграем. Классно? Нет? Красная, желтая. Ладно. Так. Красная. Желтая. Клево, да, такой. Зеленая, желтая, синяя. Зелененькая, желтая, синяя. Так, внимание. Зеленая. Нет, блин. Почему он два раза нажалась? Я запомнила, только почему-то у меня не получилось нажать правильно. Так, аккуратно. Зеленая. Попугай еще подсказывает. Блин. Рядом упала. Казалось бы, очень простой пазл. Зеленая. Желтая. И последнюю давай. Синяя. Выполнение его. Красная, желтая, синяя, зеленая. Красная, желтая, синяя, зеленая. Выполнение его не так-то легко. Красная. Аккуратно, блин. Чем не туда можно попасть. Желтая. Так. Синенькая. И последняя. Да, да, такое. А, все, нормально. Кайфует. Спать лег, что ли? Офигенно. Что у нас было с той стороны? Ничего, по-моему, да. Ничего нормального не было. Двоих драконов уже мы прошли. О-о-о. Подождите-ка. Что опять началось-то? Ух ты. О, Гарри, ну я почему-то так и знала, что он упадет, а? Там допрыгнуть-то всего ничего. Умудрился свалиться. Так. Там собака может покопать. А где он? А где наш песик? Так, ребята, песик. Песик не допрыгнул, кажется. Реально, где песик? Он не прошел. Что? Это на... А, надо водой наполнить. Сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Так. Пошли заливать. Что, мало? Давай, заливайся. Огонь, ты чё?
Давайте попробуем всю кадушку вылить на одну. Так. Нет, до конца. Готово. Дрявая корыта. Ну, нам в самый раз. Таким образом, конечно, попадем наверх, где песик, я не поняла юмора. Собака долго с нами ходила, а потом куда-то пропала. Слушай, мы, по-моему, не тушим. Не, нормально. Так, соорудили себе из этого ступеньки. Хорошо. Дожди, Хагрид. Так. Блин, ну и все, в принципе, здесь делать-то больше нечего. Кадушка-то нам уже без надобности. Там вот, смотрите, дракон первый. Так, какой ты красавчик. Синенький. Что-то он там такое сбросил. Так, по идее он нас не попадает. А что тебе надо? Кажется, цвет поменяла. Да. Короче, он целится, почему-то агрится на это кольцо. Надо ему показывать, куда стрелять. Да. Растратить свою бурную энергию, чтобы я могла пройти дальше. Давай. Попадешь? Давай. Вот и все. Ой-ой-ой, стало долетать теперь. Так. Ну что у нас? Последний или не последний? Что хотите сказать? Что надо построить мост? Так, строим мостик. Давай. Готово. Давай попробуем красную. Так. Господи, как это жутко. Дай-ка синенькую. Вот мне кажется, что оно нам здесь не пригодится. Нет, пригодится. Мне кажется, что я сейчас уже допрыгну, если это все дело не обвалится. Вот так вот. Все. Не так уж и сложно, если задуматься. Главное нормально вовремя поставить все. Так, подожди, Хагрид, а ты не можешь тут ничего делать, да, с сейфами-то? Ага. Как нам забрать это дело? Наверное, что-то связано с этими сундуками. Блин, да почему ты в Хагрида-то стреляешь? Ладно, прости, Хагрид. Что-то так получилось. А это что, последний дракончик? Беснуется там. Так. Аккуратненько. Ага, Хагрид мне тоже помогает. Хорошо, я держу, давай. И еще один. Какой-то рабочий. Что мы сделали, не знаю. Прицепили, может быть, этого дракона. В общем, что-то такое сделали. Можем теперь пройти дальше. Так, да. Сундуки мне недоступны. Мы его утихомирили просто. Наверное, да, на какое-то время. Ой! Пес, кстати, появился, да. О, глазик, я вижу. А то нам показывает, что только невидимые мы можем пройти, да? Ага. Забавно. Не, ну я не знаю, Хагрид, как ты, у меня-то плащ-невидимка есть. Я пошла. Аккуратно. Не бесим его, не бесим. Так. С помощью этого что мы можем сделать? Может, Хагрид может... Ой, ё! Ё-моё. Я думаю, что тут, может быть, Хагрид справился бы. Но он сейчас не сможет пройти, блин.
Ну, чтобы они чем-нибудь это делали, чё, как... Блин. А, собака тут что-то нам вырыть должна. Давай посмотрим. Ага, другой проход. Для Хагрида. Супер. А, здесь мы не пройдем. Гарри. Твоя задача подняться наверх. Так, ну слушай, а ты что, не можешь в плаще перелезть? Просто ерунда. Так, ладно. Нормалек. Нам надо на самом-то деле люмус. Угу. Замечательно. Дальше мы даем проход Хагриду. Господи. Все приключения сделали с встречи с драконами. На самом-то деле. Все, у него там уже, я вижу, выход. Ну, еще там умереть, по-моему, успел. Так, двигайте за мной. Вон там. Я там. Дракон. Так, Хагрид, Хагрид. Собака здесь копает у нас что-то. Иногда приходится вот так вот разделяться. Слушай, ты что там должен там подстрелить? Возможно, а? Нет? А, тогда я не знаю, что... Ой, блин, простите. Что он должен там сделать? Пройти-то он там не может. Опять загвоздка, как пройти? Не вижу. Ну-ка, сбегаем назад. Вот это что такое за штуковинка? Вот. Подожди-ка. А нафиг он закрыл? Ну-ка. Там еще что-то есть. Ну-ка. Цепочка подсвечена же тебе. Давай. Вон. Господи. Вон, дракоша. Офигенно. Так, Хагрид, ты держишь? Потому что я вот так вот сейчас сделаю. Мама мия. И мы можем идти дальше. Ну, под конец, да, такая цепочка действий немного странная. Главное, что мы все преодолели. Цветок тоже сгорел. Зато романтик. И мы прошли этот немного сложный уровень для меня. Ну, мне так показалось. Спасибо вам огромное за то, что посмотрели. Встретимся мы в следующей части, и до скорого, всем пока!